Мы приехали к родителям и вот пришли в лес, в наш местный тут. Такой классный, но нету ни одного гриба. Нашли только 4 козленка. Больше вообще ничего нет. Почему нет, главное, непонятно. Всегда, знаете, даже вот какая бы ни была погода, всегда здесь знал, что хоть сколько-нибудь грибов, но всегда найдешь. А что-то в этом году вообще ничего нет. Абсолютно. Вон Ванчик там ходит. Мы через речку тут переходили. У нас река тут течет, Сишка. Конечно, она раньше была вообще классная. Там даже, знаете, купались люди. А потом сделали какую-то... Сделали какую-то запруду. И все. Речка обмелела. Сразу, знаете, дно такое стало. Ил, короче, один. Раньше даже раки тут были. Раки ловили. Раков такие, улитки большие. Не знаю, как они называются. Вставай, вставай. Вставай, ничего страшного. Ничего нет вообще. Ванчик там ползет. Так что, в общем... Переходили мы там. Там, конечно, уже мелко, но все равно можно. Ну, не знаю, по пояс, может быть, может поменьше провалиться. А так и нету. Закройте глаза. Зачем закрыть глаза? Зачем? Надо, вот. Я не пойму, зачем закрыть глаза. Сегодня такая баба. Погода классная. Давай. Сплеши, сплеши. Да шутка, шутка. Ходим, ничегошечки не попадается. Вот тут такая красотень. Вот черничник здесь. Да ну, елки. Нет, нет, сосны. Вообще круто. Ой, такой лес классный. Но почему-то нет грибов в этом году. Прям солнце светит. Прям белое, как кажется. А нет, это не черника. Это что это, мам? Брусника? Это брусничник. Угу. И ничегошечки нету синий. Смотри, ветка. Сейчас тебе по носу стукну. Какая коряга интересная. А тут, наверное... Ой, тут и мох везде. Ёлки такие красивые. Ага. Только что одни мухоморы. Ой, и тут какой большой. Вот, какой. Ой, тут вон, даже два есть. Вон. Посмотри, вон мухоморище. Кто-то красивый. Только что жалко, что мухоморы не съедобны. Ой, какой, как подосиновик стоит. Ну, давай отобьем. Не придумай, зачем? Отстойте. Как-то погода у нас сегодня, как повезло с погодой. То все было пасмурно, а сегодня он какая. Даже облаков почти нет. Ой, так здорово. А в лесу запах какой. Ой, прям вообще, я говорю, дышите. Полной грудью. Ой, прям елка сосновым листьями. Вкусно. Тут тоже. Поганки только. Поганки и мухоморы. И больше нифига. Ванька как хвостик сзади. Чик-чик-чик-чик. А Настя все себе какую-то там палку точит, ходит по лесу. Некоторый зуб на кого-то точит. Я нашла лисичку. Лисичку нашла. Одну хотя бы. Вот, Настя, посмотри, вдруг еще где-нибудь тут есть. Иди скорее посмотри, какая лисичка. Иди оторви, Ваня. Вон, видишь, рыжий. Настя, пусть он оторвет.
Оторви. Бери лисичку, не бойся. Ну, оторви. Давай. Одной рукой оторви. Зачем ты мне все свои? Ай. Вот эту, Ваня. Давай. А? Ага. Ну, оторвал. О, какая. Вон какая. Подножка. Подмоченная репутация. Ну, на. Подожди, баба. Подожди. Сейчас баба придет. Посмотри. Ванька вот по лесу ходит с этим. Как это называется? Не знаю. Катал. Не дай я прочитаю, не понимаю. Точилыш. Да. И вот с этой палкой. Ну, вот такая у него каталка была, игрушку катал. Сломал. Так, пойду я еще лисичек погляжу. Вот так вот наклонюсь и буду прыскать. Какие у меня будет лисичка? В итоге мы все-таки нашли свой подосинник. Да. Ой, вот такой. Красота такая. Да, Вань? Что ты хочешь оторвать? Да. Ну, оторви. Только это, под низ, чтобы он не развалился. О, какой. Обалдеть. О, какой. Блин, такой тяжеленный вообще. Ну, вроде нормальный. Даже мухами не обосранный. Классный. Ну, вот тебе повезло. Просила, просила. Давай. Вон у нас там две лисички, козленки и этот самый будет крутой в нашем сегодня улове. Посмотри. Давай, позволь. Мы тут еще в заброшке пришли. Яблоки. Хоть какие-то там собираем. То вообще уже нет. Да и тут уже нет. Тут все собрано. Зато смотрите, вон сколько. Тут слив висит. Но они все такие уже сморщенные какие-то. Вот сколько много. Вот. Сейчас покажу. Сколько вот уже нашли. Вот такие красивые. Сейчас Настя потрясет. Мы тут все опять. Всем миром, как обычно. Один же. Сейчас еще потом в другие там пойдем, посмотрим тоже яблоки. Нашла, Настя? Настя у нас скалолазку уже лазила, но ничего не стрясла. Всем привет! Только хотела сказать. Ваньке прическа капец, надо стричься, его срочно везти. Может, на выходных, не знаю, посмотрим. Мы приехали домой, от родителей, вот только-только зашли домой. Ой, ехали мы 1000 лет на поезде 1.5 часа, потом на такси, в общем, очень долго. Сейчас покажу быстренько. Это, короче, от мамы привезла. Это дайкон, очень вкусный. Если тонкими пластиками вот так вот режешь, посолишь чуть-чуть сверху и маслицем польешь. Прям обалдеть, вкуснятина. Ну, кто с морковью трет на терке? Я люблю только так, как я сказала. Это яблоки сезонные. Это я покупала там в Оленино в магазине. Не помню, по-моему, в Пятерке. Они, знаете, мне напоминают мельбу. Вот очень вкусные. Мне вот эти нравятся. Это она мне дала лаврушки, вот столько много. Это вот она, когда ездила в Сочи, там она целых 2 пакета привезла оттуда. Ну, там растут эти лавровые деревья, или как там назвать. В общем, рвали они там, ну, им разрешили. И вот она дома их сушила. У нее еще много. Это вот, что мы ходили за яблоками. Я несколько там взяла вот яблок. Потому что у нас уже здесь вообще яблоки никакие не найдешь. А это вкусно. Вот мы ходили, там заброшенная такая деревня. И, ой, яблон там вообще. Если бы вовремя сходить, там, не знаю, можно, наверное, яблоками город целый накормить. Так, здесь это нам на ужин. Это тут пюре картофельное и рыба жареная, что мы вчера ели там. Нет, дома. Давай Менталь. Я. Ну, ты вот доставай оттуда. Это я сейчас тут расскажу. А это конфеты. Там это я Ване покупала, эту маску он что-то просил. И вот такую я ему купила. Там у мамы, машинку. 500 рублей, что ли, в этом роде. Это вот она мне дала вот этот ракомболь. Смотрите, это одна вот штучка. Какая громадина. Это лук и чеснок. Ой. В одном флаконе. Ой, как он только вкусно пахнет. Вот надо его обязательно... Положи, Ваня. Надо его обязательно посадить. Вот будет завтра, наверное. Надо еще только подумать, куда его посадить, чтобы не забыть и его потом не вскопать. Так, в общем, это вот чеснок.
Это вот такие конфеты. Это пчелка тоже я там брала. Тут, наверное, ну, не знаю, ну, 400 грамм точно. Ну, мы там еще ели. Не надо туда засовывать. Вот просто клади и все, Вань. Побыстрее. Пакет. Это вот я носки такие купила себе, наверное. Шевелись, Ванчик. Это мне тоже. А это Насте. На такие выбрала. Мистер Сквидвард. У меня мистер Крабс. Вань, шевелись. Я не буду тут стоять 3 часа. Гарфилд. Да, это тоже мне. То, что у всех много носков, а у меня кукиш, как обычно. Вот такие еще взяла. Это Ванчелки. Там такое пятерочка, и к ней, знаете, сбоку такой маленький ларек, или как, не знаю, сказать, пристроенный. Там вот только чисто шапки, бюстгальтеры, трусы, и, ну, трусов там тоже как-то ни о чем. И вот носки. Вот, вот такой сочек я попробовать, Ваня, взяла, черноголовка. И еще вот такой же, ну, одинаковый. Это мед мы взяли. 39 рублей. Я 2 покупала, 1 маме дала, но это просто Г, она сказала. Потому что это просто сахарный сироп. Ни вкуса меда. Вкуса меда вообще ни грамма нету. Тут всякая такая ерунда. В общем, такие вкусности вредные. Не надо кричать. Бери сначала сверху, а потом уже это. Тут такая, ну, пружинки, ледяшка, кислые такие языки. Это маршмеллоу, 2 пачки каких-то конфет, не знаю, в общем, что-то там еще, ладно. Такую потом новую взяла, еще нигде не видела. Но это тоже из вредного. Это как, допустим, Ролтон или доширак, только не надо заваривать. Вот написано, не надо заваривать, сломай и съешь. Вот мои любимые макароны я взяла. Это обработанный паром. Их варить вообще надо чуть-чуть, и они готовы. Вот когда нужно так быстро, они как раз подойдут. Это чипсики, маленькая пачка. Это мы... Ой, уронила. Это мы ходили там... Ну, ходили там за грибами. И вот я чуть-чуть оторвала это шиповником. Сейчас вот я его высушу. И потом буду чай добавлять. Такой крупный был, но он, знаете, морозом тюкнутый, поэтому он уже очень мягкий. Это печенье я им взяла. Я пока не ем. Да, это... Я пока не ем ни печенье, никакой пирожное, ни вафли, ни пряники не хочу. Им взяла вот такое. Оно очень вкусное, сливочное. Это тик-так. Был тоже по акции. Он с 50 рублей. Шевелись, шевелись. 100 макаронов. Давай. Закройте глаза. Ну, давай, давай. Закрыли, закрыли. Это вот самые хорошие, мне кажется, макароны. Это казахстанские, по-моему. Очень, да, казахстанские. Мы очень их любим. А у них аромат хотя бы есть макарон. Знаете, они как сейчас сваришь макароны, непонятно, чем они пахнут. Ну, это газеты, я их сейчас складываю до зимы. Потом зимой, когда делать будет нечего, буду читать. Еще вот мы взяли пол хлеба, пол батона. Сегодня там к ним свежий привозили. Ну, местный, он очень вкусный, вкуснее, чем вот у нас. Продается в 1000 раз. Корка такая, прям даже уже сейчас. Такая еще хрустящая. Ну, взяла по половине, потому что, ну, некуда уже было класть. Потому что мы и так все обвешаны этими сумками, одежды еще. Вот так вот бери и высовывай. Сейчас сок уберу. Бери сок. Так, это хлеб от нам чисто вот на сегодня и на утро. Там и там будут разделать. А потом мы купим. Это пельмени я такие взяла, ни разу не брала. Не знаю, посмотрим, вкусные, невкусные, зеленью. Это Ванькины сливки мы обратно привезли, как он их несет. Это грибы вот мы ходили, ну вот столько больше не нашли. Ну, сегодня ходили, нашли 1 белый, 2 подберезовика. Ну, маме оставили. Это сало тоже я брала, ей отрезала и себе чуть-чуть отрезала. Такое нормальное, но, знаете, около вот кожи, где сама кожа, там вообще никак не жуется. Майонез взяла такой. Угу. Это растишка. Брала целую упаковку. Ванька все выпила. Вот одна осталась. Давай, Ваня, клади сюда. Колбасу такой взяла. Она была по акции по 120, по-моему, рублей. Ну, на всякий случай пусть будет. Давай, давай, шевелись. Сырки Ванчик тоже полюбил. Раньше вообще не любил. А теперь ест, просит. Но это вот хотя бы хороший. Не как у нас в ларьке какой-то Г. Это получше, хотя бы гостовские. Это крабовые палочки я взяла, вот такие для салата. Такие вроде ничего, нормально. Ну, я хочу
хочу поесть. Поешь, пожалуйста, ради бога. Я что? Это вот мы взяли манго, оно было по 180 рублей, представляете? Ну, мягко-мягко, надо его будет обязательно съесть сегодня. Закройте глаза. Еще вот сухарик, еще мама один взяла. Да, это вот вкусный, очень вкусный. Это белорусские сардельки с сыром. Обожаю просто. Очень вкусный. Но стоит, конечно, они не 5 рублей. Это вот все, что досталось моим котам. Вообще ничего не было. Знаете, такие открыли. Пожалуйста, не кричи. Это открыли такие тут вот остатки. Больше не было. Я бы, конечно, взяла побольше. Но хотя бы столько. Значит, положи на стол, пусть расставит. Еще вот один сырок. Такую колбасу целую взяла. Сытый смоленин. Вроде вкусная должна быть. А то у нас в наших ларьках колбасы никакой нету нормальной. В общем, одной тоже берет. Кишмиш здесь не знаю сколько. В общем, я просила килограмм, но мне кажется, здесь намного больше. Это осталось такой рулет. Я брала куриный с зеленью в желе. Мы там мама ели. Вот остался такой толстый пласт. Больше нет. Сейчас, может, доедим, посмотрим. Все, Вань, там больше нет, ничего? Что? 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 А, это она мне дала это удобрение для цветов комнатных. У нее много там. Сестра двоюродная моя привозила ей много. Это я у нее взяла капусты салат. Очень вкусный. У нее там не знаю сколько. 3, по-моему, банки 3-литровых и еще литровых вот сколько-то. Я вот взяла одну банку. Очень вкусный. Мы там пол банки 3-литровые уже съели. Нет, одежда это наша, она никому не интересна. И мы даже вот шаварму делали, шаурму, не знаю, кто как говорит. И его добавляли именно вот такой салат. Был очень-очень-очень вкусно. Так что все наши вроде бы покупки. Что-то там мы съели еще. Что-то маме покупали. Да, Ваниль? Ну, мы наконец-таки доехали. Сейчас побегу скорее звать котов, кормить собаку. Включили чуть прогреть отопление. Настя вот покрасилась. Да, Настя? Ты бабушка подарила краску, носки и две туалетные воды. А, они мы в портфеле. По-моему, мам, все, мне кажется. Снимай меня, бабуля. Бабуля, да. Сейчас я буду звонить и скажу, что мы все приехали, что у нас все нормуль. Слава богу, такси нам ждать долго не пришлось. Я как бы позвонила в одну, там трубку никто не берет, другую позвонила. И приехали минут через 5-7 примерно. Да ты что? Поехал в школьный автобус? Да. Сколько времени? А, у нас все выключено. Время вот такие вот две туалетных воды. И лак. Я не вижу, Настя, где? Ну где? Полпятого, короче. Вот такие. Ой, не знаю, как показать. Он куда поехал? Вань, туда или сюда? Как... Да. Туда? Да. А, знаешь, нету туда фокуса, как обычно. В общем, вот такая. И вот такая. Вот это, знаете, вот ванилью чуть припахивает, а это вот цветами вот. Вкусно. И лак. И лак для ногтей. Покажи, Настя. Ой, это Ваня. Ну, давай быстрее покажи. Вы сами знаете. Ну, как кто знает? Давай показывай. Вы сами знаете. Вань. Ладно, Ваня, как обычно, повреднел. Вот такой лак для ногтей. Ну, у Насти, конечно, почти что таким не пользуется. У нее только гель-лак. Она сушит это лампой, да, этой специальной. Ладно, пошли мы тут все сейчас прибирать, убирать, все включать. У нас все было выключено, кроме отопления. Но отопление тоже было на минималке. И всех кормить. Так что до связи.